Добрый день, уважаемые саратовцы! Сегодня медучреждения региона работают в сложнейших условиях, с огромной нагрузкой. Это вызвано распространением коронавирусной инфекции, высокими рисками массового заражения людей. За последние сутки у нас 39 новых заболевших, а всего 229 человек. Состояние у них стабильное. Сейчас очень большие средства и силы направлены на развертывание специализированных коечных фондов. Меры крайне необходимы, учитывая опасность коронавируса, течение болезни, последующие осложнения. Мы перепрофилировали несколько медучреждений, развернули запланированные 1211 коек, в том числе 734 с кислородной поддержкой. Что это за учреждения? Саратовские городские клинические больницы, 10-я, 2-я, 5-я, областная детская инфекционная больница, перинатальный центр, Балаковская горбольница и Балашовская районная больница. На этой неделе еще 300 коек открывает клиника медуниверситета. На следующей неделе 200 мест будем готовить в областной офтальмологической больнице, которая станет нашей резервной базы. Отвечая на вопросы, которые мне поступают, 9-ю горбольницу перепрофилировать не станем. В целом в регионе будет развернуто 1711 специализированных коек. Это серьезные мощности, и они должны быть. Но надеюсь, что мы им не воспользуемся. Сейчас заболевшие коронавирусной инфекцией поступают в стационары. Под круглосуточным контролем медиков проходит лечение. Хочу пожелать пациентам скорейшего выздоровления. Всем медработникам огромное спасибо за труд. Уважаемые саратовцы, призываю вас соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть. Берегите себя и своих родных.